Уважаемые коллеги, сегодня 6 марта 2018 года. Вчера я арендовал аудиторию в Москве по адресу улица Таганская, 7. Это конференц-зал на 25 посадочных мест. И я хочу объявить начало подготовки к большому тренингу, который называется «Навыки управленца в России». Тренинг будет проходить 28 марта с 12 до 18 часов. На этом тренинге мы рассмотрим подробно навыки в трех базовых компетенциях. То есть это прежде всего ораторское дело, все, что касается монологов, диалогов, ведения переговоров, работы с возражениями, особенно если у вас есть цели. Также мы рассмотрим основы оперативной работы или управленческой борьбы, связанные с разведкой, контрразведкой, анализом кланово-корпоративных группировок, подходы, вербовки и все, что касается непосредственно кадровых продвижений. И третий блок, третья компетенция – это работа с аудиторией, работа с населением, все, что связано со СМИ, со средствами массовой информации, все, что связано с блогингом, с написанием статей, с бесструктурным управлением обществом, а также особое внимание уделим видеоблогингу как самому перспективному инструменту в работе управленца. Этот тренинг займет 6 часов, будет 2 кофе-брейка. Все условия участия в тренинге в описании к ролику. Делайте предоплату, бронируйте места, количество мест ограничено. До встречи в Москве. Спасибо за внимание.